Ребят, хочу вам показать один способ, благодаря которому вы сможете ультра-мега провести экономию на вашем телефоне. Наверняка этот способ многим понравится, так как он поможет сэкономить очень кучу много заряда. Но для этого способа вам понадобится Activity Launcher. Где же его скачать, вы спросите? Есть такой телеграм-канал, который называется Тимоха Лайв. В шапке профиля будет на него ссылка. Переходите на него и качаете Activity Launcher, вот эту вот утилиту. Она абсолютно бесплатная и безопасна. Вот так вот выглядит значок в виде ракетки. Нажимаете сюда, вас перебрасывает сразу уже сюда, в этот режим. И в правом верхнем углу вот такая вот лупа «Поиск». Нажимаете на «Поиск» и в поиске пишем «Режим». Вот так вот просто. «Режим». И здесь у нас будет режим энергосбережения, вот такая вот белый значок, и там в середине батарейка. Нажимаем сюда, нас перебрасывает вон вот такое вот меню. В обычном меню вы это не найдете, только вам понадобится Activity Launcher. И здесь активируете вот этот вот пункт, во-первых, нажимаете включить, он включается и экономит реально процентов на 25. Но мне это не нужно, так как у меня включено задать расписание. Задаем расписание, выбираете при каком проценте этот режим включается. Я предлагаю поставить процентов на 20. И в принципе у вас реально будет большая экономия батареи. И это я уже проверил на своем телефоне. Через недельку я снял ролик. Но если вам нравятся такие ролики, то вы, конечно же, можете перейти на мой YouTube канал, который называется Тимоха Лайв. Здесь я каждый день снимаю для вас вот такой вот контентик бомбезный на Android тематику. Видите, новые видосы выходят каждый божий день. Одно видео выходит, и вам они очень нравятся. Также автомобильные есть канал Автохакер, где я снимаю различные автоништяки, которые тоже вам должны понравиться.